Чихирева, Елена Кокарева и Алена Змеу. Такая любопытная. Ну что, и сейчас уже вторая участница у нас, Елена Кокарева, прыгает. Посмотрим, что у нее с опорным прыжком. Рандат фляг, пол поворота и сальто назад согнувшись. Ну, так, прямо скажем, не очень плохо, не сильно выразительно, так скажем, не такая фаза полета. Все-таки обратить внимание надо всегда на вторую часть, преимущественно на вторую часть после коня. Если она развивается в высоту, в длину полета, то это значит удался прыжок, потому что она, значит, правильно вошла в толчок руками на коня и получается прыжок. У нее был